так прошу вас обратить внимание, что вот у меня такая смазка, система смазки, и у нее система охлаждения. Это вообще шикарно для данной модели. Всем привет! Сегодня мы вам покажем новинку Джек 2290D. Это машина зигзаг с наличием автоматических функций и возможностью настроек на информативном электронном дисплее. Теперь давайте посмотрим ее в действии. Так, давайте знакомиться с ней поближе. Значит, вот такая у нас машина, достаточно большая, с хорошим вылетом, с широкой лапкой, с вырезом под зигзаг, широкая зубчатая рейка для хорошего продвижения материала и наш сам дисплей для управления. Он достаточно информативный, цветной. Давайте его рассмотрим поближе. Вот у нас здесь есть меню. Смотрите, какой у нас диапазон строчек. То есть вы можете выбрать абсолютно любую строчку, зайти в ее настройки. То есть вы можете менять, во-первых, скорость шитья самой машины, да, там обороты, например, 2,5. Вот максимальная скорость, допустим, у нее до 3000, насколько я помню, больше не дает. Потом, значит, у нас здесь по закрепкам вы можете параметры менять. Так машина выставляет их по умолчанию самостоятельно. Сейчас на закрепке отключены. Если мы включаем, вот они, пожалуйста, в начале и в конце шитья. У нас уже настройки есть. Вот, пожалуйста, видите, оптимальный вариант машина предлагает. Соответственно, мы его сохраняем, не будем его менять. Допустим, вот у нас параметры зигзага. Давайте посмотрим. Вот он задает диапазон. Мы можем либо прибавить, либо уменьшить, но только вот обозначить параметры. Ну, допустим, мы вот так поставим. Сохраняем. Все, настройки у нас поменялись. Например, мы хотим выбрать другую строчку, пожалуйста. Выходим опять в меню. Допустим, нам вот такую нужно выбрать строчку. Опять все то же самое, то есть машина предлагает оставить либо то, что у нее по умолчанию стоит, либо вы можете что-то поменять. Итак, давайте теперь посмотрим данную машину в деле. Оставляем настройки, которые предлагает нам машина, и начинаем шить. Подъем лапки у нас осуществляется нажатием на педаль. Также у нас подключена функция автоматической обрезки. Так, начинаем шить. Скорость также регулируется нажатием на педаль. Вот, пожалуйста, машина наша обрезала. Как мы видим, все чистенько и аккуратненько. Если присмотреться, то можно увидеть, что настройки достаточно плотные. Значит, нам нужно поменять параметры. Давайте выберем какую-нибудь другую программу, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, допустим, прочный зигзаг, пожалуйста. Смотрим действие. В данном случае у нас стоит программа в конце и в начале шитья, у нас идет закрепка. Достаточно чистенько и аккуратно. Если вам это не нужно, пожалуйста, можете закрепку отключать. Также в данной машине есть одна очень интересная полезная настройка. То есть, допустим, мы закончили шитье в левом положении зигзага, да? И вы можете задать машине программу, чтобы она начинала шить с левого положения, либо наоборот справа. Это в случае, если у вас был какой-то обрыв или закончилась нитка, вы не увидели. Соответственно, у вас строчка сохранится, не будет нарушений, у вас получится шов-стык. Это очень удобная функция как раз при каких-то обрывах, разрывах, нарушении общей строчки. Thank you.
дорогие друзья, как мы с вами видим, машина очень хорошая, надежная в работе, достаточно понятная для, даже для пользователя, который имеет недостаточный опыт в шитье. У нее хорошие настройки, машина им поддается. При этом она мягкая, тихая и скорая.